День Петра и Павла в 2022 году. Дата и приметы. День Петра и Павла, или Петров день, в 2022 году у православных отмечается 12 июля. Этот день на Руси был большим праздником, чествовали сразу двух апостолов. В календаре Петров день, макушка лета, сенокос, свадебные и девичьи гуляния. В этот день существуют такие приметы. В день Петра и Павла карауль солнце. Встретишь рассвет, будешь счастливым и привлечешь удачу. Искупаешься в реке или озере, снимешь грехи. Если в этот день качаться на качелях и смеяться, то будешь счастливым. А заплачешь, жизнь сократишь. Девушкам в праздник надо умыться из трех ключей, чтобы сохранить красоту и молодость. На Петра и Павла иди на рыбалку, но никому не сказывай о своих планах, иначе клев будет плохим. Есть и такая примета. После ужина в этот день не убирай еду со стола, оставь для умерших родственников. Говорят, что Петро Павел жару прибавил. С Петрова дня красное лето и зеленый покос. Если на Петров день жарко, значит, пора косить. Говорят, если день будет холодным, то год будет голодным, а жара в этот праздник выльется в морозное Рождество. Если в день Петра погода сухая, то до конца лета будет тепло. На святого Петра дождь, урожай худой, два дождя хороший, а третий богатый. Говорят, Петр Павел час убавил, а Илья пророк два уволок. Листья на березках желтеют, жди ранний листопад. Таковы приметы в день Петра и Павла. А я желаю вам хорошего дня, крепкого здоровья и счастья в семье.